Обязательно храните паспорт двухколесного, его фотографию и перепишите идентификацию. Вот в ньюсруме она сидит, все, сначала читает, потом учит, все идеально говорит. Едем на съемку в машине, тоже идеально все. Только камера включается, начинается капец. Запинается. А я должна, типа, съесть, такая, и вошла, да? Ну да. Он появляется на экранном симуляторе. По сути, это, чего он не появляется? И сколько раз я слышал, да ты сам попробуй. Ну я и попробовал. Как? Офигенно, с первого раза, я не знаю, у меня с первого раза все получилось. Здесь не было... Чего-то там? Давай. Здесь не было дорог, остановок и зеленых насаждений. Давай еще раз. Первое. Андрей, на съемку собирайся. Я завтракаю. Давай быстрее. Андрей, мы опаздываем. Ну я обедаю, только начал. Андрей, блин, да сколько можно? Ну, сейчас чай допью и поедем. Ну я вообще поесть люблю. И бывает, ну, неудобно, когда сел позавтракать только, и тебе на съемку зовут. Или ты пообедал вот только что, надо ехать, а чай не допил. Ну и бывают проблемы еще с джинсами мне из-за этого. Ну, работа активная, бывает, что-то там это присел и рвутся. Остались последние джинсы у меня. Те выкинул, что поддувает. Работать с нашими операторами — это как разминировать снаряд. Никогда не знаешь, когда рванет, причем у тебя. Потому что вот ты вроде на съемке, все сказал, по полочкам разложил, сними вот это и вот это. Приходишь на место, думаешь, сейчас бомбу сделаю, сюжет. Открываешь, ничего нет. Спрашиваешь, ну почему, где, я же просила. Да я тут подумал. В общем, я решил, что... как-то вот не очень. Да, где вы говорите, будет съемка? А куда мы едем? А что снимаем? А дай, пожалуйста, мне телефон по съемке. Настя, я же тебе говорила 3 раза, в дом ремесел ты едешь на выставку. Я же сказала в 10 минут 12-го. Так уже время сколько? А я перепутала. Вообще, по характеру довольно спокойный человек. То есть я когда корреспондентом просто, да, работаю, ну, обычно... не раздражаюсь по всем поводам, могу помочь, подсказать, но когда я продюсер, и когда у тебя 5 человек спрашивают одно и то же, ну как тут вообще не орать? Ну как? Вроде как и главный редактор все одобрил. И начинаются переделки. Переделывать могут бесконечно, конечно, журналисты. Я не ору на людей, но могу просто посмотреть гневно или сказать что-то саркастически, так что они потом боятся идти переделывать. А лет сколько тебе? Мне 12-13 где-то. 12-13? Мне 13 уже с половиной, в конце концов, можно сказать так. Муха. Он стимулирует мозговую деятельность и все. У меня никто ничего не стимулирует. Ни селедка с кунжутом, ни банан, ни шоколадка.